Сегодня Муса Чалиев принял участие в заседании методического совета территориальных управлений Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, расположенном в Северокавказском федеральном округе. Встреча проходила в конференц-зале лечебно-оздоровительного комплекса «Арамхи», что в Джирахском районе. В начале встречи представитель правительства Республики Ингушетия поприветствовал всех участников заседания и пожелал им продуктивной работы, отметив при этом важность деятельности Росфиннадзора. Та деятельность, которой занимаетесь вы, коллеги наши, это на сегодняшний день самая основная, возможно, самая злободневная тема, которая нужна. Муса Чалиев от имени главы Республики Ингушетия Инсбека Евкурова вручил руководителю территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Ингушетия удостоверение о присвоении ему почетного звания «Заслуженный экономист Республики Ингушетия». Руководителем же территориальных управлений Росфиннадзора, расположенных в СКФО, была объявлена благодарность от имени главы Ингушетии. Председатель Методсовета Росфиннадзора в СКФО Геннадий Кутепов, в свою очередь, вручил подарочную книгу «Россия. Великая судьба». Пресс-служба правительства. Спасибо огромное. Еще раз спасибо ему.